Всем привет, дорогие друзья, с вами Намбат. В этом ролике вы увидите матч за третье место между командами Качоу и Сало. Запись велась со стрима Экзона в Дискорде, где он комментировал турнир. Не удивляйтесь и не пытайтесь себя ущипнуть, вы действительно видите режим захват флага. Матч за третье место проходил в этом режиме, да еще и на другой карте, даже не спрашивайте меня почему. Вот, начинается настоящая катка, между прочим она сейчас довольно-таки напряженная, это новый режим для нашего турнира, они еще на таком не играли. Его очень красиво смотреть, например, свысока, особенно на этой карте, в которой минимум крыш всяких и что-то все выглядит довольно-таки красиво. Спорить не буду. Конечно, Сало, команда синяя, команда Сало, они как бы хорошо вместе сидят, очень красиво защищают свой флаг, и, в общем-то, могут довести до ничьей. Если они доведут до ничьей, нам придется играть еще один раунд. И как бы... это как-то, ну, не очень. Мне не хочется такой расклад. Так что я лучше не буду этой ерундой заниматься просто. Отлично. Время-то уже сколько? Так что вместо того, чтобы заниматься такой ерундой, как рассматривание флагов всех этих, я, скорее всего, буду больше рассматривать игроков. А именно то, как красиво, например, игроки в команде Сало забрали свой флаг. Они забрали это настолько красиво и оперативно, что я просто не заметил. И не менее красиво Качоу защищает свой флаг. Особенно учитывая то, что Юльканчик у нас взял пулемет. Ну, Ротуть тоже как бы взял пулемет. У них, кстати, по классам команды примерно одни и те же. Если даже посмотреть, они примерно сбалансированы. Например, вот этот вот человек, Star Media Kips. Он 6 уровня. И у нас есть Обокс, который 17 уровня. Ну, примерно быстро. Да, это последняя катка. Примерно рядом, примерно... соседи практически живут, наверное, вместе. В одном доме, на одной улице. Но не в одной квартире. Не подумайте, это такие соседи, как бы нормальные соседи. Не то, что вы там думаете. Ну, как бы ничья. Я вообще даже не представляю, как тут произошла ничья. Я даже не знаю, что делать. Я даже понятия не имею, что можно делать. Я в замешательстве. Что я буду делать? Как вас судить, люди? Ну, конечно, да. Чё, пацаны, делать-то будем? Проводим еще один раунд. Дальше играем до победы. У меня какие-то баги происходят. Вы выиграли? Стоп, вы что? Вы на последних секундах выиграли? Найс! Молодцы, пацаны, молодцы. Конечно, нужно будет когда-нибудь этот момент пересмотреть, но вы просто... пацаны, хлопки в чат. Команда Качоу заняла третье место, а команда Сало оказалась на четвертом. Не пропустите следующее видео, где в финале моя команда Namba Team встретится с командой HCS. На этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, Discord ВК. Всем удачи и пока, до новых встреч, друзья!